Всем привет! С вами Соколова Анна, проект Elite InfoBiz. Сейчас я нахожусь на сайте, где вы можете пройти соцсетевую проверку и получить денежную выплату за социальную активность от 50 тысяч рублей. Производится проверка в онлайн-режиме. Для анализа сетевой активности используется ваш IP-адрес. Давайте нажмем «Пройти проверку». Выполняется определение моего IP-адреса. Итак, по моему IP-адресу доступна полная проверка, максимальная денежная выплата составит 280 тысяч рублей. Проверка может занять до 10 минут. Запущу саму проверку. Проверка производится. Меня просят не покидать страницу. Сейчас я поставлю видео на паузу и когда этот процесс завершится, возобновлю видео, посмотрим, сколько денег мне начислят. Итак, после сетевой проверки мне должны выплатить 172 100 рублей. Эта выплата осуществляется на виртуальную карту и необходимо ее сначала активировать. Активация этой виртуальной карты составляет 150 рублей. Никаких других вариантов у нас нет, можно нажать только «Активировать карту». И сразу же мы попадаем на страницу оплаты от сервиса ePay, где должны заплатить любым удобным нам способом указанные ранее 150 рублей. Предварительно, перед тем, как снимать этот видеообзор, я разузнала, кому же поступят эти денежки. А поступят они автору этого сайта под ником Барсук, который часто и густо выпускает свои мошеннические сайты. Если вы смотрите наши видеообзоры, то могли не раз видеть, какие сайты он создает. Мы делали уже много видеообзоров на его сайты. И к этому сайту есть 8 дополнительных платежей, которые нужно будет платить тем, кто попадет на этот сайт и кто вообще захочет здесь что-либо платить. После платежа, который мы сейчас должны оплатить, нужно будет еще оплачивать за обслуживание, за подключение безлимитного тарифа, комиссии, регистрации, идентификации, возвратные платежи, звонки операторов. Если мы перейдем по ссылке сервиса ePay, мы попадем на сайт соцсетевой проверки, где нам обещают выплаты от 50 тысяч рублей. И это подтверждает авторство Барсука. Сейчас я, чтобы вы убедились в том, что здесь с нас только будут требовать деньги, оплачу эти 150 рублей, поставлю видео на паузу. И когда моя оплата будет успешно зачислена, возобновлю видео, мы посмотрим, что же нас ждет дальше. Активация виртуальной карты успешно оплачена. Закажу выплату. Идет отправка моей выплаты, хотя я и не указывал никакие реквизиты. Но теперь мне нужно заплатить 450 рублей за обслуживание виртуальной карты. Мои реквизиты никому не интересны, главное, чтобы я заплатила денежки. И нажимаю «Оплатить обслуживание». Опять попадаю на страницу оплаты и, как ожидалось, с нас требуют 450 рублей. Можете сами посмотреть, что этот платеж как раз тот, который мы и ожидали. Он второй по счету. И стоит его оплатить, нужно будет платить еще кучу-кучу платежей. Думаю, никому не стоит этого делать, чтобы не потерять свои собственные деньги. Потому что Барсук ни разу не создал какого-то сайта, который бы кому-то что-либо выплачивал. Но зато все время создает сайты, которые сдирают деньги с людей. Поэтому держитесь от всех его сайтов подальше, тем более от этого. Не питайте себя тщетными надеждами здесь что-либо заработать. С вами была Соколова Анна, проект Elite InfoBiz. Всем пока!